Всем привет, дорогие мои! С вами Клонина Ваня, проект Фаберлик Онлайн, и это мой обзор пустышек Калининграда. Как вы понимаете, за месяц много что начало интенсивно заканчиваться, и самые большие пустышки оказались тут. Что еще могу сказать, это последнее такое мое видео, не очень хорошего качества и звука. Скоро я возвращаюсь домой, потому что с собой там три ноги и так далее возить нам не захотелось. Так, итак, от чего же я решила избавиться в этой поездке? Они и так были не очень в хорошем состоянии. Вот эта вот палетка, артикул у нее неизвестен, но она мне очень-очень нравится. И могу вам сказать, что эта палетка просто шикарна в своем исполнении. Она действительно меня выручала, но все время рассыпается, во-первых, в дороге. Во-вторых, я себе пообещала, что я ее беру с собой последний раз и открываю уже новую. Потому что это у меня высыпалось, потому что сумки любят кидать и так далее. Та это два уже заканчивается, и в принципе у меня с собой есть палетка Glam Team. Далее у нас сильно побили сумку, но пострадал только один тональный крем, который я благополучно остатки дорасходовала. И вот такая вот палета. Тоже палета клевая и классная, но я с ней попрощаюсь. Дома у меня есть нормальная и новая. Артикул 5740, отличные цвета, отлично кладется на веко. В общем, она мне нравится. Дальше тоже уже палета, повидавшая виды, но она мне нравится. Я даже не знаю, есть ли такая сейчас на сайте. Артикул 5856. Чем хороша? Тем, что ее можно наносить, да, вот эти оттенки влажным способом, сухим способом. Тут просто очаровательный розовый, который подходит моим векам, освежает его. Ну, как вы видите, все, кроме вот этого тона, я задействовала. Коричневый, он, конечно, слишком теплый. Такой красный теплый, он мне тоже не очень-то и подходил. Все остальное я использовала с превеликим удовольствием, но она у меня уже вся поломалась и дома лежит новенькая. Далее вот колпачок от этого вот SPF 25 у меня сломали, но он мне действительно был, видите, он такой темноватый слегка для меня, поэтому я использовала, получается, белесую пудру для того, чтобы его хоть как-то вот наносить. Крем хороший, клевый, классный, но совсем не мой оттеночек. Я его перемешивала с другим тональным кремом, который чересчур для меня светлый. В общем, 65-45, да, расходовала только потому, что взяла его на всякий случай как запасной, и он у меня уже подходил к концу. Дальше масочки использовали. Это увлажняющая маска для лица Гиалуроника, артикул 0464. Это значит питание авокадо 0074. Так, Green Karma 0045. Кстати, вот на этой маске остановлюсь. Это, наверное, единственная маска, которую не нужно смывать водой, поэтому она мне очень нравится. В дороге на ночь ее делать тоже очень-очень приятно. Далее куча таких вот влажных салфеток закончилась, 26.07, но где-то там, где-то тут мы их по ведрам раскидывали. Я такой вот не очень люблю собирать в пустышке. Дальше еще одна маска, выравнивающая тон, 0.2.34, очень выручила меня после дороги. Действительно освежила. Почему? Потому что, ой, после двух перелетов, длиннющих просто двух перелетов из Таджикистана, город Худжанд, там есть аэропорт, мы прилетели в Калининград. И, конечно, это весь день дороги. Тут мы были около 7 вечера. Ну, представьте, да, в 5 утра встали. Куча перелетов, пересадок, аэропорты. Это все тяжело, это все кроссовки, одежда. Изжил рыв в прохладу, опять-таки пошло-поехало. И тут же мне говорят: «Аня, мы вас ждем на приветственный ужин». И я понимаю, что у меня ни с головой, ни с кожей, ни с чем. Не лады очень сильные, но, как вы понимаете, так получилось, все здорово и классно, что у меня есть такие вот маски от компании Faberlic. SPF 50, честно признаюсь, еще осталось 3 штуки. Повезем их домой назад, артикул 2780. Очень хороший крем, очень хорошая SPF-очка, но, к сожалению, не так она нам часто и пригождалась. Я брала побольше на Таджикистан, потому что там мы были практически 2 недели. Но так получилось, что мы практически из здания в здание, и все, и домой. Потому что жару было невероятно перенести. Наилюбимейший крем-депилятор моей дочери 2575. Любит его, заказываю всегда по карточкам. Например, если твой бонус дают или по купонам, я могу заказать ей и 15 штук, и 20 штук, да, то есть побольше.
Дальше, очень классная маска для лица, шеи и декольте Ultra Lifting от линейки One Week Miracle, артикул 0654. Тоже уже все до конца израсходовали. Она такая вот приятная, желтоватая. Вот, ну хорошо, веса будет меньше, тащить сумок будет меньше. Далее, значит, у нас получается классика 2712, интенсивная маска для нейтрализации желтизны. Очень ее люблю. Закончился у нас еще один антипаразит. Так, да, один антипаразит комплекс, артикул 15763. Ну, вы помните, я вам рассказывала, что мы из трех банок сделали две, чтобы в дорогу не было такого, да, потому что он не полный всегда, когда мы его открываем, и зачем три банки было с собой брать, поэтому вот весь месяц мы пили по две штучки на ночь, 15763. Дальше, иммуносистем суппорт комплекс с артикулом 15678. Очень выручила пихтовита, клеточный сок пихты сибирской 15735. Быть бодрыми, умными, энергичными. Вот это, пожалуйста, чтобы с сосудами было все в порядке, с мозгами. Вот, пожалуйста, клеточный сок пихты сибирской. Дальше, значит, у нас получается витамин D3 2000 международных единиц, артикул 15777. Тоже пару штучек закончилось. Еще раз хочу сказать, вдруг кто предыдущее видео не смотрел, это пустышки не недели, а месяца, и, конечно же, не двух человек, а пяти. Вот, потому что мы путешествовали в пятером. Дальше омега-3 закончилась, 15779. Спрей антиперспирант мужа, эффект до 3 дней, артикул 2679. Очень он ему нравится, прям вообще обожает. Так, шприцы. Кстати, два таких шприца закончилось. Гиалуроника, сыворотка для лица, тоже очень спасает. Масочку сделали, на морщинки нанесли. Тоже хорошо очень работает. Личико разглаживает. Крем гиалуроновый, гель алоэ вера, тоже пригодился, особенно после того, как мы наелись кучи фруктов. Гиалуроновый гель алоэ вера. Так, дальше, значит, сыворотка восстанавливающая, Blond Icon линеечка, артикул 2713. Остатки, ну никак, их тут не собрать. Они и так не выдавливаются, иссяк, ну и в принципе, ладно, бог с ним, вот эти 2 грамма, да, 2713 очень хорошо восстанавливают мои любимые волосы. Итак, это абсолютная новинка. Это VIP-новинка, которую я снимала в Худжанде, но я ее практически дорасходовала. 15 мл она идет, артикул 0734. Она идет для кожи вокруг глаз. В составе идет морожка и лен. Она увлажняет, повышает эластичность, способствует омоложению кожи век, обеспечивает укрепляющее и защитное действие. В общем, все, что мне нужно. Я предвзято отношусь к серии Ботаника, потому что она очень дешевая. Но вот этот крем мне понравился. Мне захотелось его заказать во второй и в третий раз. Действительно, прямо на глазах, как патчи, он глазки выпрямляет. Хорошая штучка. Так, такой вот небольшой кремчик коллаген. Чем понравился? Тем, что тут реально классный состав. Он идет как активная сыворотка для лица с коллагеном. Артикул 1075. Восстанавливает, поддерживает упругость. Все-таки есть эластичность кожи, разглаживает морщинки, защищает кожу от старения. Прям рекомендую. 30 мл идет. То есть такой вот хорошенький. Так, дальше. Малофтилин, мой любимый. 709-12. Очищающее молочко. Осталось немножко. Я его тут оставляю в отеле, потому что, ну, смысла нет с собой вести вот столечко, да. То есть завтра еще его будет меньше. Я все равно перед самолетом сколько-то, да, израсходую. Артикул 0971. Очищающее молочко для всех типов кожи. Сейчас еще буду вам показывать, что мне подарила компания Faberlic. Дальше. Морожка. Это шампунь. Интенсивно очищающий для жирных волос. Это Катюшкин. Артикул 0191. Он ей очень нравится. Это та самая классика, которая все время с нами. Дальше это у нас идет, получается, шампунь глубокое очищение и увлажнение, артикул 1273. Это тоже Катюшки, как вы поняли, да, Катюшка со мной путешествует и тоже чем-то, да, от Faberlic пользуется. Хотя у нее не все Faberlic, но шампунь и Faberlic она очень любит. Дальше 400 мл. Это мой шампунь для всех типов волос. Я у Райхона попросила какой-нибудь, потому что все закончились. И она мне вот дала вот этот. Я могу сказать, что он очень хорошо увлажняет волосы. Он удерживает действительно влагу в структуре волоса. Да, он не пересушивает, когда мы моем голову. И как бы волосики такие уже ухоженные, клевые, классные. Поэтому я очень похвалю этот шампунь. 2731. Просто вот мой фаворит. Теперь я даже не знала, что он действительно такой суперский.
Ну и опять же классика, это кислородный бальзам с артикулом 5806. Я уже много раз рассказывала в предыдущих роликах, недавнешних, как я его использую. Две штучки вот такого. Закончилось сухой шампунь для волос, но следующий сухой шампунь, почему тут один, да, стоит, потому что я дорасходую, он у меня в ванной. Я его тоже тут уже оставлю. Гель для бритья мужу хватило на целый месяц. Артикул 8147, 100 миллилитров, и еще вот столько где-то осталось. Он сказал, что он завтра бриться уже не будет, он домой приедет, дома побреется, а остатки с собой смысла брать нет, он действительно закончился практически. Вот такую зубную пасту с собой взяли, детскую, 23,59, пенка для умывания. Ну, я скажу вам, что осталось полторы, ой, не полторы, а половинка пенки, поэтому 58,07, вот можно сказать, что две пустышки. Я уже с собой вот столько тоже забирать не буду. Так, шампунь мужа против перхоти с перитоном цинка, контроль над жирностью, зеленый чай, артикул 13,03, очень ему нравится. Дальше, значит, кремчик для рук, общий такой у нас. Так, это шаг третий, крем для рук, жидкая перчатка с артикулом 20,96. Вот тоже дорасходовали с превеликим удовольствием. Далее, вот смотрите, тонечко, да, совсем вот чуть-чуть осталось, получается. Поэтому я его еще пока что в ведерко не кину, но с собой тоже забирать не буду. Артикул 28,21. Дальше, значит, мицеллярочка тоже еще чуть-чуть воспользуюсь. Ну, вот за месяц у меня столько мицеллярки ушло. Ну, вернее, не за месяц, а за 29 дней, ну, если так можно выразиться. Очень приятный аромат, очень хорошо борется с любым видом макияжа. Мне это очень понравилось. Водостойкий, кстати, макияж я не пробовала им снимать, поэтому не подскажу. Только обычный макияж, 28,19 артикул. Запах, цвет, аромат, действие, все прямо очень хорошо. Так, дальше три маски. Первая тоже классика, классика, 82,12. Это питательная маска с кучей масел питательных, очень классные волосы. Артикул 18,82. Это маска с маслом амлы, глубокое восстановление, тоже очень нравится. Это, не знаю, то ли бальзам, то ли маска, но у нее прям не такое крутое действие, но тоже нравится. Артикул 12,70 для слабых и поврежденных волос. Но я заметила, что с нее волосики немножко пушатся. Все-таки их надо чем-то, да, приземлять. Вот такая вот красотка, пушатся волосики. Ну и парочка гелей для душа. Как же без этого? Значит, Витамания. Очень понравился состав. Просто обалденный состав. Идет 380 миллилитров. Не жидкий, не густой. Очень приятный бабл-гамовый аромат. Прям обалдела от него. Так, это Катюшкин. Крем-гель для душа с персиком и молочными протеинами. Артикул у них 79,70. Тоже очень хорошенький. А, очень приятный аромат, прямо очень. Так, ну и смотрите, мы, значит, впервые за 8 лет в компании сотрудничества выиграли поездку в Калининград. И что вы думаете? Нам еще за это подарили подарки. А на следующий день опять подарки. Я, конечно, в шоке, но будем смотреть, распечатывать. Я еще не распечатывала даже, что там Фаберлик подарил. Да, одна коробка у меня упала, поэтому я даже... Ничего себе подарочек, поэтому может быть и бой. Угу, такая вот красота. Ну, я буду надеяться, что они одинаковые, но открою оба. Значит, это у нас парфюмерная мужская вода. 32,64. Ну что ж... Это мужу. Я помню, что это классный такой свежий озоновый аромат или сладковатый аромат. Там два аромата. Я не помню, который точно. Поэтому сейчас буду распечатывать, смотреть. Это очень-очень приятно. Просто, понимаете, выиграла, да, на халяву приехала. И еще подарки дарят. Ну, обалдеть. Вот такая вот водица. Артикул 32,64. Так. Угу. Так, ну это да, это свежий приятный аромат. В общем, спасибо компании. Раз. Раз. Так, коробочку я с собой брать не буду. Значит, что тут еще? Сыворотка. О, у меня как раз эта сыворотка закончилась еще в Таджикистане. Знает бы, я бы раньше открыла. Очень классная сыворотка SPF 15, которая идет... Еще и плюсом ко всему, как антивозрастной уход. Она действительно очень хорошо ухаживает, она распределяется по коже, не оставляет липкой пленки, быстро впитывается, не смывается в морской воде. Результат – мягкая, увлажненная, эластичная кожа, и на нее очень хорошо ложится макияж. Причем, смотрите, какой у нее состав, да, триголоза, которая снижает потерю влаги, витамин Е, и низкомолекулярный гиалуронат натрия и масло манго. В общем, ребят, я очень довольна.
Да, то есть можно в этом каталоге заказ не делать. Хотя нет, у меня очень большой заказ. Так, дальше. Я не совсем поняла, что это за штучка. Что-то, наверное, какая-то штучка. Не совсем поняла. Дальше. Фаберлик Шанти. Блокнот. Ого, прикольно. Значит, такой вот блокнот от парфюмерной воды Шанти. Ну, кстати, прикольно, что он ничем не разрисован. Прям здорово. Ну, в смысле, не пролинован. Это классно. Так, а еще какой тут подарок? SPF 50. Ну вот, закончился и снова появился у нас. Ну что ж, большое, огромное спасибо компании Артикль 2780. Так, вот это то, что подарили мужу. Дальше тут идут просто очень красивые всякие украшения в стиле Биэко, как компания любит. Вот это, если честно, девочки, объясните мне, что это такое? Что-то тяжелое, керамическое. Я так и не поняла. Так, дальше будем открывать вторую коробищу. Все, видите, с такими наклеечками. Фаберлик очень красиво. Так, вторая коробка. О, парфюмерная вода Шанти. Очень, кстати, ее люблю. Очень она мне нравится. На вкус и цвет я знаю, что товарищей нет, но эта вода покорила огромное количество сердец компании Фаберлик. Ее разобрали, раскупили с такой скоростью, что ее очень долго не было на сайте. Очень долго. Просто великолепный аромат. 30,79. Одна из моих любимец. Кстати, ногти за месяц вот таким образом отросли. Вот такой вот, вот такое чудо я буду отдавать своему мастеру по маникюру. Муж меня уже называет Росомахой. Ну, конечно, я его прощаю. Ой, боже мой, вот это Шанти, это просто бесподобная штука. Прям набрызгалась сразу, пока видео снимала. Дальше, значит, те же самые SPF-ки. Так, опять вот эта штучка. Не совсем понимаю, для чего она. Но у меня их теперь две. И опять-таки очень клевый блокнот. Реально клевый блокнот. Вообще прям классно. Это на лип подарок. Да, ну что, подарок. Еще вот тут вот, да, украшения деревяшечки всякие клевые, классные, да. То есть, ну что ж, еще компании Фаберлик мало. Она еще подарила кучу малу подарков. Вот так-то вот. Это надо сейчас все убрать. Долго думала, гадала, как этот подарок поместить в кадр, но тут сама сумка уже, по идее, подарок. Никаких вроде бы логотипов компании Фаберлик нет. С черной ниточкой это сумочка Антона получается. И вот на такой пуговке она застегивается вот с такими классными ручками. Так, давайте пока один уберем. Это, скорее всего, мой. Я сейчас покажу сначала сумочку Антона, а потом свою. Итак, что же нам тут Антону... Ого, сколько много, ребята! Или это моя? Нет, мужской гель для души вижу. Или это шампунь? Я уже забыла. Я тоже долго смеялся. Ага. Значит, так, во-первых, матирующие салфетки. Кстати, они очень классные. Мне они очень-очень нравятся. Так, давайте будем открывать. Так, давайте-ка я увеличу и включу свет. Что-то совсем темно не находится. Пусть он хотя бы такой да будет. Вот такие вот салфетки матирующие. Так, где же тут артикул? Артикула не вижу, к сожалению. Вот, но они идут как для лица с зеленым чаем. То есть они еще снимают воспаление, и их можно использовать и на макияж, и без макияжа. То есть вот такая вот удобная, да, коробочка. И мы по одной салфеточке берем и таким вот образом промакиваем. Они впитывают в себя жир, если он есть, и лицо перестает лосниться и блестеть, что очень даже здорово. Прям спасибо компании Фаберлик, клево и классно. Так, поедем дальше. Тут вообще просто. Так, шампунь гель для душа. Угу. Очень приятный аромат. 25-40 артикул. Ну, мужской. Barber Lab. Так, уходовая линейка. Дезодорант мужской. Антон, говоришь, гель для бритья закончился? Вот тебе крем после бритья подарили. Он тут сидит, разглядывает тоже вместе со мной. Так, в общем, и вот сама сумка как подарок. Ну что ж, давайте смотреть эту кучку. Клевую и классную кучку. Так, значит, гель для бритья я такой несколько раз заказывала. Он мне нравился. 27-15 артикул. А, после бритья, да? То есть, ну вот такой вот он. Приятный, обычный кремчик после бритья. Кстати, и мне он тоже подходит. Если что.
Значит, вот это вот блокбастер Barber Lab. Дальше у нас идет тени для век. Ну, скорее всего, знали, что супруга едет с ним, и надарили всего побольше. Да. О, как они угадали с цветом. Я, кстати, очень люблю эти тени. И я их очень часто использую, потому что посмотрите, как они переливаются, блестят. Это просто сказка. Так, супер. Так, дальше посмотрим, что у нас тут. Это запеченный бронзер для лица. Ну, кстати, бронзеры я тоже очень люблю. У меня очень светлая кожа. И любой бронзер мне как хайлайтер. Я вот сейчас даже вспомню, блестит он или нет. Ну, так, знаете, очень плохо переливается. Просто бронзер светлый. Он для светлокожих девчонок. Идет 62-74 оттеночек. Дальше. Так, 41-103 у нас идет бальзам для губ. Кстати, такие бальзамы для губ я уже брала с собой. Они на высоте. Они очень понравились и мне, и Антону. И очень-очень много раз я их заказывала. То есть это вот такой вот бальзамчик. Приятненький, да, обычный. Он идет без блесток, без всего. То есть обычный бальзам с кучей полезностей, да, тут различные масла и так далее идут в составе, и он действительно на высоте питает. Так, натуральный гель для умывания 66-73, нравится мне. Сухой дезодорант, да, то есть я его недавно вот снимала для вас. Ну, то есть такой вот суховатый дезодорант, очень хорошо справляется. Так, дальше, значит, что у нас идет. Так, еще одна коробочка. И тут карандашик. Ну, это все по моей части. А я-то думала, что ему там столько всего тяжелого надарили. Артикул 65-59. Это идет двухсторонний карандаш для контуринга. У меня, кстати, один такой уже закончился. Да, то есть это... Ага, заморала. Ну, то есть это вот такая вот красота. А это вот такая вот красота. Оттенки светлые, как раз мои. Вот. Дальше, значит... С артикулом 65-90 это у нас идет сыворотка хайлайтер. Угу. Жидкая сыворотка хайлайтер, но это очень темный хайлайтер, ребята. Это необычный очень темный хайлайтер. Его можно смешивать с тональным кремом и наносить на себя. То есть такой вот хайлайтер. Кстати, он больше с розова вживую, а на камеру, со светом камеры, он более-менее такой желтоватый. Да, то есть, но нет, он розоватый, у него очень красивый оттенок, если что, камера врет. Извиняюсь, да, за такие подробности. Так, дальше, увлажняющая пудра для лица, 66-92 артикул. Ну, будем надеяться, что мой тон Антону перепал. Нет, тон, к сожалению, очень темный. Да, темный желтый тон. Да, эта пудра не моя. Это я могу использовать только как тени, эту пудру, потому что она очень темная. Так, хорошо. Дальше у нас идут тени для век Frost Cloud. 68-80 оттенок. Так, 68-80. Угу. Тоже очень люблю эти тени, потому что они создают такой пурпурный, такой классный блеск. Мне нравится. Так, это у нас что? Натуральный дневной крем. Отлично. 66-74. Мне эта линейка нравится, Green Karma. Она мне очень хорошо подошла. Так, дальше 66-79. Это у нас идет 3 в одном. Маска с белой глиной, маслом конопли. То есть это идет очищение. Тоже очень классно. Так, далее. Карандаши пошли. Давайте будем смотреть карандашки. Так, это карандаш для губ 41072. Давайте же посмотрим тон. Угу, вот такой вот тон прекрасный. Вот, он более бордовый, нежели чем на камеру. Более бордовый, темноватый. Так, значит, и двухсторонний карандаш для глаз, я так понимаю. Так, с артикулом 5860. Да, то есть черный. Такой коричнево-черный, я бы сказала. Ну, то есть что-то даже в нем немножечко блестки какие-то присутствуют, но они еле уловимы. Поэтому можно сказать, что без блесток. И все равно такой карандаш тени сверху мы наносим. Да, и вот такой вот светленький. Очень, кстати, свежий розовый оттенок. Не знаю, что камера желтит. Скорее всего, из-за этого фона.
Так, дальше It's Clear, еще одна линейка. Значит, у нас получается тушь для ресниц. Тут, кстати, тушь для ресниц тоже очень даже в тему, потому что она идет, во-первых, натуральная, во-вторых, ухаживающая, и очень мне нравится. 58-75. Она красит очень натурально, прямо очень-очень натурально, поэтому прямо супер объема, чего-то там, конечно, ждать не следует от нее. Она скромная тушь, я бы так ее назвала. Зато вся упаковка It's Clear, она идет как перерабатывается, понимаете, это вообще здорово, это классно, и это прям великолепно, да, смотрите, какой суперский вид. Ну и все, сейчас посмотрим еще мой подарок. Так, ну и открываем теперь мою сумочку, которая мне в подарок, которая у меня в подарке. И та-дам-да-дам, что там? А там просто It's Clear и, значит, Антону. А, в принципе, ребят, тут то же самое, можно ничего не перебирать, оставить все закрытым. Просто Антону еще добавили мужских каких-либо подарочков, а у меня просто вот, вот так вот. В общем, очень счастлива. Ну, вы представьте, вот эта вот вся красота, это просто наивеликолепнейшее. И причем, вот вы только вдумайтесь, мы выиграли, мы уже выиграли, нам оплатили все, билеты на самолет, нам оплатили поездку на двоих, такси, поезда, нам все вообще полностью все оплатили, нас 3 раза в день шикарно кормили, нас свозили на 2 экскурсии, нас водили по разным шикарнейшим просто ресторанам, последний ужин был просто безумно крутым, и представьте, еще подарков надарили. Ну, компания Faberlic, конечно, жжет. Это просто невероятно. Кстати, на этих лодочках мы тоже катались. В общем, спасибо компании Faberlic. Я прям счастлива, что я в этой компании. Я прям не ожидала, что можно... Я думала, нас просто выкинут действительно на спа-курорт Балтийского побережья. Мы там 3 дня проживем в отеле и все. Нет, ребята. Нас не... Нам просто организовали до такой степени плотную программу, что мы были в шоке. Мы были везде. Понимаете? Это просто супер. Всем пока-пока.